Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мы, как обычно, в полном составе на Шри-Ланке отправляемся сегодня смотреть новый городочек, который называется Велигама. Там по пути есть скейт-парк и еще классный спот для начинающих серферов. Я хочу покатать, может быть, дети попробуют встать. А вообще, они с собой взяли доски и ролики. Ставьте лайки, пишите комментарии, погнали в новый выпуск. Осень и 2 месяца зимы мы прожили в Турции и очень много путешествовали. А сейчас мы приехали на Шри-Ланку. И, конечно же, многие смотрят и задают вопрос, а как же школа? У нас только Артемка школьного возраста, и 1 сентября он пошел в первый класс в домашнюю школу в Оксфорд. Все это время мы путешествуем, а он учится в процессе изучения мира. Да, кому-то это дико, но это 21 век, и все можно делать онлайн. Да, Темка? Да. В домашней школе Оксфорд можно выбрать подходящие условия занятий. Например, в формате вебинаров или занятия в записи. А еще мини-классы до 15 человек. Мы выбрали для себя записи уроков. Проучившись 5 месяцев, в этом видим огромный плюс. Если Темка что-то не успевает, мы ставим урок на паузу и начинаем разбираться. Если у нас переезд, мы не переживаем, что пропустили, ведь потом включаешь запись и проходишь урок. Также многие спрашивают, а как же аттестат? Школа Оксфорд – это полноценная замена госшколы с дистанционной аттестацией в школах-партнерах и выдачей аттестата государственного образца. И да, учатся здесь как с 1 по 11 класс, так и те детки, которые хотят подтянуть свои знания. Также в школе нам нравится это то, что Артемка получает не просто знания школьные, а еще и выполняет интерактивные задания на компьютере, что развивает его в компьютерном направлении. Еще в школе есть дополнительные опции, такие как наставник и классный руководитель, тьютер и психолог. А еще многие говорят про социализацию. Так вот, в Оксфорде абсолютно все продумано. Во-первых, там есть внеурочные мероприятия, онлайн-клубы, живые встречи. Во-вторых, мы много путешествуем и в процессе встречаем ребят, которые учатся вместе с нами, и даже встречаем одноклассников. Абсолютно неважно, где учится сейчас ваш ребенок, я рекомендую попробовать поучиться 7 дней в домашней школе Оксфорд, и это совершенно бесплатно. В описании я оставлю ссылочку, перейдя по которой как раз вы получите бесплатный демо-доступ на 7 дней. Немного вам сразу ланкийского трафика. Родик, аккуратно. Так, мы пока не знаем, на чем мы поедем. Либо на грозибасах, либо на тук-туках. Тук-тук однозначно туда выйдет дорого, потому что ехать примерно 30 километров, минут 30 на автобусе. Но первым делом нам нужно сейчас снять деньги, наличку. Мы живем на очень удобном районе, где все в шаговой доступности. Вот, например, Bank of Ceylon, БОК сокращенно. Здесь снимаем деньги. Снимаем мы с турецкой карты. Когда жили в Турции, мы там ее оформляли, тоже показывали. И сейчас она нас, конечно, ой-ой-ой, очень сильно выручает. Так, попробуем снять 58 тысяч ланкийских денежек. О, видите? Да, все хорошо. Деньги сняли. Сейчас нужно узнать, сколько стоит тук-тук до Велигамы. Настенка боится грозибаза. Поэтому сейчас узнаем. Но если дорого, то поедем по-любому на автобусе. Мы в тук-туке. Что и требовалось доказать. Да, нас этот парень уже возил на пляж джунглей. Вот. Поэтому едем снова с ним. Может быть, он нас вспомнил и сам же сделал скидку. Нам туда обойдется 2000, это то есть 2000 шри-ланских рупий. Вот смотрите, нам сколько ехать. Унаватуна, Велигама. Но мы поедем вот сюда, вот в скейт-парк. А потом, наверное, либо ногами дойдем, либо опять в тук-тук возьмем, чтобы поехать в этот поселок. А еще у нас закончилась сим-карта. Если трафик кончится, поэтому, скорее всего, сегодня мы купим местную сим-карту. Называется она... Как ты говорил? Диалог. Вроде как самый... Очень клевый интернет. Так, у нас он разошелся. Дождик, видите как? Сейчас закроем. Ага. Сейчас проехали палатку с кокосами, там табличка 80 рупий за штуку, прикиньте. Мы обычно за 200 покупаем. Вот и дождик закончился уже. Мы заехали в поселок Ахатгам называется.
Атакама-Бич, здесь серферов огромное количество. Мы доехали, как я и говорил, 2000 шри-ланкийских рупий нам вышел. Здесь у нас высадил, вот, пожалуйста, смотрите, огромнейший прокат досок. Пойдемте быстрее, быстрее, быстрее. Огромный прокат досок, от мала, как говорится, от мала до велика. И здесь же есть скейт-парк. Слушайте, вот это рай. Просто рай. Огромные, маленькие, большие. Так, ну сейчас пойдем попробуем. Здесь, кстати, здесь же и школа есть. Пойдемте катнем. И, собственно, скейт-парк, рампы. Так, как мы поняли, скейт-парк бесплатный. Я думаю, что здесь же у пацанов возьмем доски, коль у них огромное количество. Они здесь их обслуживают. Я понимаю, у них своя прям здесь школа, здесь даже йога-фестиваль у них проходит. Здесь, короче, вот это вот своя такая классная атмосферка. Под пальмами, под кокосами. Правда, нужно быть аккуратно, чтобы кокос не упал на голову, иначе это как кирпич в башку. Маленький, аккуратненький, бетоном залитый, правда, с ямками. Ну, пусть пацаны катаются. И вот, кто думает, так, а откуда скейт-ролики? Мы их с собой притащили, представляете, в багаже. Мы только ради скейта и роликов покупали багаж. Так мы вообще приехали тупо с рюкзаками, потому что одежда здесь вообще не нужна на самом деле. Мы, конечно, купили кокосы, традиционные это у нас. Давай, сынок. 200 рупий, ланкийских. О, Роджин гоняет. Шикс. О, аккуратно, ничего себе. Выбрали мы доску. Не совсем друг друга понимаем, но тем не менее. Ладно, сейчас прицепит сюда лишь. И по деньгам сейчас скажу уже чуть позже, сколько будет стоить. Взяли доску, натерли воском, лишь прикрепили. По цене, как я понял, 500 рупий стоит час, 1000 рупий стоит 2 часа и 1500 рупий целый день. Вот, ну посмотрим, сколько мы прокатаемся. Очень жарко на самом деле. Серферов много. Будем перенимать навык уже непосредственно у ребят, которые катаются. Инструктора брать не будем. Ну и просто мальчишки на пене тоже поугарают. Здесь какой-то не спот для новичков на самом деле. Они вообще все гребут где-то там вообще далеко. Вообще там он аж в океане. Стрёмненькая история. Что-то сегодня прям какое-то приключение. Мы взяли доску, в итоге пришли на этот пляж. Я вам показал, серферы, во-первых, плавают очень далеко. Мне стрёмно, потому что у меня вообще нет никакого опыта, мне нужна просто пена. А второе, это дети хотят попробовать. Плюс, чтобы дети купались, там невозможно, потому что там грязь, потому что впадает сразу две реки. Ну и, короче, не вариант, мы снова прыгнули в тук-тук и едем уже в Вилигаму. Добро пожаловать в Вилигаму, друзья! Прекрасная бухта, прекрасные широченные пляжи. Посмотрите, как это смотрится. Там бухта, с той стороны тоже плавают люди. Рыбацкие лодочки стоят такие. Очень, кстати, красивые, интересные. Вон парни играют кокосом в мяч. А вон там как раз вот серферы и учатся. Вот то, что мне и нужно, это на пене разгоняются. Вот, именно это я и хочу, а не вот эти вот огромнейшие волны где-то в океане. Но это совсем не та история, очень опасная. Посмотрите под ногами, какой красивый песочек. Вау. Какой шум от океана. Волна за волной, и прям такой гул стоит. Какой песок, такое ощущение, что это грязь. Но нет, это очень и очень мелкий песок. Вот, пожалуйста, пляж Вилигама Бич. И вот здесь, смотрите, какое огромное количество прокатов досок. Здесь вот можно взять, вот, собственно, то, что я и хотел. И пойти вот на маленькой пене учиться кататься, как, собственно, делают и все. Вот это правильный подход. Сейчас возьмем лежак, возьмем доску. И пойдем учиться. Мы взяли доску, стоит 500 рупий. И взяли лежак, дали полотенце еще к лежачку. Стоит 1000 рупий, без лимит. Все, сейчас отправляем кататься. А это час 500 рупий, да. Ну что, мы отправляемся. Я надеюсь, вот сейчас на пене будет нормально получаться. Попробую сам встать, попробую пацанов покатать. Надеюсь, получится.
Тёмка, по-моему, в 3 года вставал на сноуборд, я его ставил, и у него неплохо получалось. Океан теплющий, теплющий. Так, ложись, Артём. Ложись. Не-не, ляг. Ляг, говорю. А, смотри, опять говорю, надо делать то, что я тебе говорю, Тёма. Вот это дела! Волна еще одна! Под волну! Ныряй! Надо нырять под волну! Затем! Так, ладно, сейчас самое главное, сейчас подождем волну и попробуем встать на нее. Греби! Едем! Да! Видишь? Смотрите, пена идет! Пена! Разгребай! Погнали! Видали! Гребем! Гребем, гребем! Капец! Я говорю, вставай, тогда встаешь. Так, блюдим волну. Во, волна идет, сейчас говорю. Греби. Вставай, вставай! У-у-у! Почти. Родик, вот так вставать надо. Как на скейте, сынок. Ой-ой-ой-ой, вот она, смотрите, какая. Родик, готов? Греби. Вставай! Вставай! Так, все, теперь моя очередь. Ой-о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 й. Так, Настенка сейчас. Настена встала! Ни хрена себе! Вот это поворот! Вот это поворот! Вы понимаете, Настенка в первый раз встала и столько проехала. Настена красава! Да, мама, молодец! Артём доплыл до самого конца, прикиньте! Кто учитель? Ура! Здесь вода прям горячая. Катались невероятно, вы сами видели. Дети встали все абсолютно, даже Мирошка. Да, сынок? Тебе понравилось? Настенка встала самая первая на доску и проплыла полностью папа, до самого пляжа. Папа! Да. Короче, ребята, вы знаете, в чем прикол? Когда волна так вот делает, папа, подлетать, папа. И потом обратно падает. И потом тело так больно, и вот у меня вот сейчас вся грудь красная. Надо пройдет через пару. Короче, пацаны встали, вообще красавчики. Вот это вот я понимаю учебный спот. И океанские волны не сравнятся с морскими. Я пробовал на море кататься, это не то. Посмотрите, здесь невероятная атмосфера. Здесь вот прям вот тусовка серферов. Вот такие вот неформалы, кокос, океан, пляж. Вот прям здесь, конечно, очень круто. Вот можно рыбу поесть, огромные креветки, лобстеры, кокосы попить снова. Мы зашли в кафешечку, Здесь так красиво, уютненько. Сейчас будем кушать, обедать с видом
с видом на океан. Посмотрите, какая красота. Вот, прямо вот здесь. А, здесь немножко занято. На втором этаже все занято, поэтому спустились на первый этаж. Но на самом деле все равно у нас есть вид на океан. И знаете что? Я настолько вымотался в каталке, потому что я же как бы катал всех, ставил, толкал их доски, у меня вообще нет сил. И я так думаю, что после обеда мы уже кататься не будем. Иначе я завтра точно не встану. Я вам все меню показывать не буду. В целом на еду здесь цены от 2 до 3 тысяч рупий. А на напитки средняя цена, ну средняя 600-500 рупий. Меню разнообразное. По сути, даже вот есть картинки, ты в принципе понимаешь, салат, что ты заказываешь. Этот ресторанчик прям реально классный, очень атмосферный. Самое что классно, что здесь пиццу готовят прям в печи на дровах. Конечно, после каталки мы заказали сок. Это манго-сок. Так, мне дайте попить тоже. А ты себе горячий чай заказала? Угу. О, ничего себе. Родик, дай я попробую, пожалуйста. Пусть пьет. Так он ног не выпивает. А трубочки, представляете? Металлические. Они не одноразовые, они металлические. Сок настолько вкусный. Посмотрите, Мирошка холодный. Вду просто холодный. Прям витамины после каталки. Самое то, что мы решили еще заказать два. Только на этот раз не манго, а папайю. Нам принесли первую пиццу маргарита. Вот на такой деревянной дощечке. Мне кажется, она вкусная. Да. Вкусная, да? Вот Настенка уже пробует. Теперь пробую я. Классно? Вот принесли вторую. Это 4 сыра. Пацаны, вам нравится? А вот нам принесли песто. Настенка. Что скажешь? Вкусная? Реально здесь пицца вкусная. Вот нам принесли сок. Но это, знаете, это больше похоже не на сок, а просто на смузи, вода, лед и сама мякоть. Но вкусно, конечно, очень. Вот это мы объелись. А пока мы объедались, у нас пошел дождь. Видите, здесь занавеску такую сделали, тентовую. И мы даже пересели. А пока мы ели пиццу еще, у Радюшки начал шататься зуб первый. Да, он так прикусил, и первый зубик у него начал шататься. Так что скоро ланкийская фея тебе принесет ланкийские рупии. А где же у меня тоже эти зубы начали будет как-то... Ну, чтобы было прикольно. Да, и Мироша тоже, да, да. Кушай, кушай. Представляете, сколько соков мы выпили? 5. Чай, 3 пиццы, и все это на 10 700 рупий. Здесь конвертация. Ну, сами оцениваете, дорого-недорого. Мы решили чуть-чуть пройтись по этому поселочку, городку, или деревне, как там она правильная. В поисках тук-тука, но на самом деле искать-то и не надо. Они здесь вот на каждом углу стоят. Просто мы хотим дойти, чтобы еда утряслась. И вот здесь какой-то проходит местный концерт, там барабаны и так далее и тому подобное. То сейчас посмотрим, что это. Здесь стоит такой автомобиль с мороженым. Не знаю, сколько стоит. Решили на десертик взять мороженое. Говорят, здесь вкусное мороженое. Вкусное? Дай. Сладко. Цена на один шарик мороженого 100 рупий. А мы тут вот подходим как раз к какому-то концерту местному, местный концерт. Детишки на барабанах играют. Не знаю, что такое, давайте вместе посмотрим. Громко. Барабан-пам-пам. Я знаю, что дети. Я, конечно, не знаю, что смотреть в этом городке. Возможно, здесь что-то есть интересное, но больше всего мне нравится эта пляжная линия и океан. И еще то, что вдоль океана есть вот такая вот большая-большая-большая длинная набережная. И через дорогу есть кафешки абсолютно на любой вкус и абсолютно на любой кошелек. И это, конечно, очень удобно и очень классно. Сейчас вам покажу еще, как выглядит здесь дорожный знак. Вот он, видите, зеленого цвета, указан километраж, собственно, название трассы АБ-41, Велигама, это на двух языках, Гале 26 километров. Мы живем между Гале и Велигамой. Смотрите, за стеклом огромная Будда. Смотрите, как смотрится. Да. Слоны.
Здесь, кстати, зажигают свечи, но сейчас ничего не горит. И началась вон туда тоже, видите, улица такая, туристические проходы, куча магазинчиков и так далее и тому подобное. Реклама хлеба? Так, реклама хлеба, да, кстати, вот, пожалуйста, всякий разный, 30 рупий, 90 рупий, это, я так понял, по весу, да? Ну тоже как бы вообще копейки стоит. Ну вы поняли, мою женщину не заставишь прокатиться на грязибайке. Вот ни в какую. Окей, окей, окей. 2 минуты, окей. Так, нужно, короче, куда-то заехать еще. А, на заправку, что ли, он хочет? Будет такая очередь, короче, встать. Нифига себе. Вот это дела. Вот это дела. А зачем нам заправить? Ури-рури. Ну посмотрим, ури-рури. Как заправляется. Опа, встаем в очередь. Заодно сейчас покажу по ценам, сколько здесь стоит топливо. Я вот сейчас смотрю на колонку, получается, что 1 литр бензина, не знаю какого, но просто бензина стоит 400 рупий за литр. Вот написано Ланка Петрол 92, 400 рупий. Водитель вежливый очень. Попросил сначала, можно ли я заправлюсь, потом пошел, говорит, извините. Смотрите, сколько рыбных ресторанов здесь воняет рыбой. Прям вот специфически очень. Какое дерево, прикиньте. И в дереве какая-то продуктовая палатка. А отель. Вот этот остров. Остров, отель. Не, ну, есть, go. Хотел остановиться, типа, давай покажем. Посмотрите, какие деревья. И вот это отель на острове. Были очень круто, конечно. А вот здесь уже катают те ребята, которые умеют катать. Здесь большие волны. И, я так понимаю, не дна, плюс скалы. Одно неверное движение и просто размажет по скалам. Детвора умоталась. Но Тёмка нет, он энерджайзер. Забежал в овощную палатку. Красные бананы 500 рупий. Еще зашел в соседнюю палатку, и мы купили 6 окорочков куриных. Мы тогда брали, короче, очень понравилось. Сейчас решили на ужин взять. Получается, что каждый окорочок стоит 1000 рупий. Не знаю, дорого, недорого, хрен его знает. Купил красных бананов, 500 рупий, я уже вам говорил. И еще купил манго. Ну и здесь очень много килограмм. Да, получается, вышло на 3100 рупий манго. Я не знаю, килограмм может быть здесь 10. Мы дома. И, короче, на финише мы немножко расстроились. Ну, точнее, я. Мы изначально с ним договорились доехать от пляжа за 2000 рупий. В итоге мы приезжаем сюда. Прикиньте, у меня... Я специально пошел разменять. Купил вот окорочка, купил... как он, господи, фруктов. Но в итоге не получилось, потому что там отдал 6, там отдал 4, и того в итоге снова нет размена. В итоге я ему даю только пятак, и он тут говорит: «Фо сауза, фо сауза». Я такой: «Но», говорю, «мы на 2 с тобой договаривались». Он говорит: «Но, my price, фо сауза, вилигама унаватуна». И, короче, стояли, спорили с ним. Меня, если честно, так бесят такие вот истории. Ты договорился? А потом в конце, на финише, он начал включать заднюю. И, короче, тут начал что-то на тук-туки другие показывать. Я говорю: «А, хрен с тобой», говорю, «давай», говорю, «мне рубль сдачу», говорю, «иди в жопу», думаю. Ну, короче, я не знаю, не совсем приятно. Причем неважно, где ты находишься, да, неважно, где ты находишься, в каком городе, в какой стране, если вот так вот делают люди, это вообще неправильно. С нами на вилле, на втором этаже живут ребята из России. И представляете, насколько они клевые. Мы когда уезжали сейчас кататься на серфе в Вилигаму, Насенка закинула постельное белье и вообще стирку сделала. В итоге, пока нас не было, ребята взяли, разгрузили машинку стиральную и развесили белье. Супер. Спасибо, если смотрите. В душ все сходили, помылись, посмотрите, какой красный. Мы нереально сгорели, поэтому нужно сейчас срочненько сгонять в магазин и купить крем. У нас ничего нету, и нужно, конечно, это сделать обязательно, иначе будет так. Сгонял сейчас в магазин, вот, купил крем, стоит, маленькая баночка стоит 575 ланкийских рупий,
Я хочу сказать о том, что это так интересно сгореть в феврале. Ну, такого вообще не было. До такого состояния, как раки просто. Так, купили мы вот такую компучу, напиток или камбуча. Это типа гриб же. Да, это типа гриб, он идет с разными вкусами. Но нет алкоголя. Он безалкогольный. Вот это, например, вот камбуча bitter lime. А это камбуча... С чем она, покажи? Веган. Вот. Пассион фрут. Что, короче, не знаю, что это такое, не знаю. И посмотрите, какие огромные манги. О, сейчас будем разрезать и пробовать. Вот те, кто хоть раз пробовал чайный гриб, вот это примерно такая же хрень. Вот. Ну, прикольно, в жару, мне кажется, вообще классный напиток, очень классный. Пиво, конечно, вкуснее. Там же косточка. Ну что? На доске режь. О, какое шикарное. Ни хрена себе вообще. Как пахнет, да? Да вообще нереально, понюхай. Божественно, да? Обалдеть, мирошечка. Так, и так, ну вот так, по-моему, да? А я не знаю, как его вырезают, надо посмотреть, как его. Ребята, когда Славин брат сюда, он говорил, что такие бананы, ананас и манго вы в России никогда в жизни не попробуете. Я не думала, что он настолько прав, потому что... Это нереально вкусно. Это просто, посмотрите, Славя. Это просто. Ребята, как вам? Артемчик, как? Офигенно. Зашли в местную столовую. Будем брать такой рис 2 порции. Вот так здесь все выглядит. Вот это я понимаю, нормальные столовки. 2 порции риса с карри. Они такие увесистые, большие. Всего лишь 450. Господи, ланкийских денег. Я все хочу сказать лиру. Это в районе 50 рублей, понимаете? Я буду здесь есть. Так, еще я хотел вам показать. Смотрите, сегодня я купил вот такие огурцы. Смотрите, это огурец. Сейчас посмотрим, что внутри. Знаю только то, что его нужно чистить обязательно, как картошку. Вот так он выглядит внутри. Надеюсь, съедобный. Ну, о, посмотрите, какой он получается азиатский, ланкийский ужин. Мирошка наяривает огурец, потому что он очень сильно соскучился по нему. Приятного нам аппетита! Все, друзья, на этом буду завершать данный видеоролик. Сегодня мы очень сильно устали, но эта усталость очень-очень приятна. На самом деле, когда ты катаешься в серфинге, ты не замечаешь, что усталость. Но как только ты ложишь доску, говоришь спасибо большое, до свидания, все, трындец, ты понимаешь, насколько ты устал. Еще и сегодня прилично сгорели. Солнце, конечно, ого-го. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, делайте по возможности репосты и социальные сети, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, в группе во ВКонтакте, в Яндекс.Зене. Там другой контент, не такой, как на Ютубе. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, будьте с нами везде. Не забывайте про наши телеграм-каналы. До нового выпуска. Пока!